Всем привет! Ребят, тут шел сейчас с улицы Белинского. Хотел зайти сразу на пляж Тушканчик, вот этот мексиканский, который. Но потом увидел, как светит солнце, решил прогуляться вот просто вдоль железной дороги, чуть-чуть, на пляж Дельфин. Посмотрите сами. Точнее, посмотрите на солнышко. Я понимаю, что тут заборчик, может быть, не совсем такой вот распрекрасный, смотрится хорошо. И поезда ездят. Но когда идешь вдоль железки вот так вот, то мне почему-то вспоминается лето. Я не знаю почему. Вот эти зонтики красивые, вход на пляж Дельфин. Электрички идут в нашу сторону. Почему-то возвращает меня в лето. То ли потому, что я ходил там на дальних пляжах вдоль моря. Не знаю. Но приподнимается настроение. Тепло, хорошо светит солнышко. Некоторые тети вон перебегают прям. Даже не перебегают, медленно переходят перед поездом. До поезда остается там метров, наверное, 100. А учтите, ласточка летит быстро, вы сейчас сами это все увидите. Запечатлеем сие действия. Осень создают. Смотрите, листва сразу полетела. Оно что-то подсохло слегка. Ну а мы на дельфинчик. На пляж Дельфин. За который меня часто ругают, что что-то мало, редко сюда ходишь. С чем я с вами целиком полностью согласен, да? Не дохожу. Да, грешен. Но я же исправился. Хотя мне кажется, что я здесь был буквально вчера. Ну вот, музыка, поэтому я не пойду здесь вниз. Пойдемте чуть-чуть дальше отойдем. Прогуляемся по набережной. Какие-то будьте. Тут, в принципе, далеко не надо отходить, все равно музыка играет везде. Ну, знаете, конечно, людей поменьше, конечно, много свободного места, но, тем не менее, я вам не скажу, что пляж пустой. Точнее, он даже скорее наполовину полон, чем наполовину пуст. Вот так вот я сегодня выступаю в роли оптимиста. Обратите внимание на горизонт. Там, буквально в нескольких километрах впереди от нас, идут хорошие дождики, я вам скажу. Очень даже хорошие дождики. Чуть-чуть правее уже видно сразу, да, расхождение. Не знаю, заметно вам или нет. Светло и хорошо. И идет какой-то лайнер большой. Может быть, даже Сочи 14 так далеко отходит от берега. Может, какой-нибудь там из Новороссийска идет, не знаю. Хорошо, на пляже. Летом. Тут тоже играет музыка. Кстати, вот температура воздуха 23, вода 24. Что, пойдемте замерять? Пойдемте замерять. Мне только надо переодеться и продолжим. Идем замерять. Вот так, воздуха. Ну, видимо, на солнце все-таки 29 градусов. А что касается в море, сейчас все узнаем. На табло было плюс 24. Что по факту, глянем с вами. Дядька, он занырнул. Термометр уже опустил. Сам нахожусь в воде. А мы пока посмотрим на побережье. Так, там шмель остался на берегу. Далеко отходить нельзя. А то улетит еще быстрее, чем он летает. А скорость он развивает до 50 км в час, ребятки. Пляж Дельфин сегодня в обед. Термометр уже в воде.
остывает, так как на солнце все равно гораздо побольше температура. Ну вот я зашел, постоял, у меня так комфортненько. Я все-таки думаю, 25, наверное, есть. Ну не будем торопить события, сейчас все замерим конкретно. Так, по моему прибору, вот этому, показывают все-таки 25 градусов. Да, два деления, еще половинка. 25 градусов. Температура воды 25. Много это или мало, смотрите сами. Опять же говорю, некоторые подписчики мне говорили, что вода холодная, мы сдаем билеты. Что я вру. Ну, если врет прибор, то значит вру я. В то же время вы сами видели, какая температура показывает цифровое табло на пляже Дельфин. Еще раз достану. Даже чуть больше, чем 25, мне кажется. Всем привет с пляжа Дельфин. А я сейчас еще пройдусь, конечно, поснимаю Акедова.